Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Top ICO и с вами, конечно же, как всегда, Евгений Игнатов. И сегодня у нас на обзоре ICO проект под названием Geektrix. И на данный момент мы находимся на его официальном сайте. И, мои дорогие друзья, сегодня мы будем его обсуждать, и я вам расскажу основные нюансы, особенности и его преимущества. Итак, мои дорогие друзья, сайт, а точнее его домен, именуется как geektrix.io, и мы на данный момент находимся на нем. Ссылочка на него будет, конечно же, как всегда, в описании под видео. Я рекомендую переходить по ссылочке, так как если вы будете переходить по ссылкам из поиска, вы можете наткнуться на фишинговые сайты. Итак, у Geektrix есть разные причины, по которым он поселился на Hyperledger. Цель состоит в том, чтобы обеспечить доверие, безопасность и масштабируемость экосистем для членов сообщества. Hyperledger позволит участникам экосистемы хранить и обмениваться данными информации в конфиденциальных узлах блочной цепи. Hyperledger смоделирован по блоку блокировки разрешения. Он будет включать механизмы контроля, которые позволят другим участникам экосистемы получить доступ к данным или защитить данные от других на основе установленных протоколов, следственно личных данных и информации от открытого и несанкционированного доступа, что устраняет злонамеренную активность. Итак, мои дорогие друзья, на данный момент проходит пресейл и уже собрано порядка $1 300 000. Это 54% от софткапа, а софткап вообще составляет $2 500 000. Но я думаю, еще пресейл будет продолжаться какое-то время, я думаю, на пресейле соберут софткап, так как проект действительно хороший и перспективный. Рейтинг у ICO Bench весьма такой весомый и колоссально высокий, 4,4. ICO Bench очень скептически оценивает ICO проекты, и 4,4 это довольно-таки высокая оценка для обычного нехайпового ICO проекта. Далее мы можем с вами просмотреть презентацию от Geektrix блокчейн. Я ее запускать не буду, так как не буду затягивать этот видеообзор. Кому интересно, тот сам перейдет и посмотрит данную презентацию. Далее можно просмотреть особенности, работу экосистемы Geektrix, как все будет здесь работать, Geektrix блокчейн. А также, мои дорогие друзья, Geektrix будет безопасность. Будет очень много безопасных смарт-контрактов, безопасные транзакции, безопасный вход, безопасная верификация, и все будет, мои дорогие друзья, безопасно. Проект дал свое начало вообще в июне 2016 года. На данный момент мы находимся на этапе, вот на данном этапе, июль 2018 года, пресейл. Итак, и сейчас еще мне что бы хотелось сказать, так это то, что токены распределены весьма грамотно и весьма очень круто. На маркетинг выделено 34%, на experience 28%, на платформу 25%. А вообще, как распределено токены для ICO, вот так вот, мои дорогие друзья, они и распределены. Что еще бы мне хотелось сказать, то что все-таки рейтинги на сайтах с рейтингами ICO, Geektrix показывают просто огромнейший: ICO Bench, ICO Aller, ICO Market, ICO Holder, Track, ICO, ICO Ranked и многое-многое другое. Итак, мои дорогие друзья, я думаю, на этой нотке я завершу данный видеообзор. Как вы уже заметили, Geektrix собирается листиться после продажи на HitBTC. HitBTC, напоминаю, весьма такая хорошая и очень качественная биржа для хороших токенов. И она у них в партнерах, так что они, я думаю, в первую очередь там окажутся. В следующем видеообзоре я, возможно, расскажу вам про команду. Всем спасибо за просмотр. Ставим пальцы вверх. Пока.